вроде это место. Когда я пришел на гору смерти, Зельда стояла здесь. Ну да, она отдала мне маску, и я ее надел. А потом... Эх, гора, ничего не помню. С этого момента вообще ничего. А вот и Зельда! Зельда, я хочу поговорить с тобой! Там опасно! Подойди сюда, и мы... Кратер горы смерти. Ильвазия. Ой-ой-ой-ой-ой! Что-то вылезло из кратера. Это что, монстры из красного камня? Их целых три! Или стой, это три головы. Откуда эта страхолюдина появилась? Про такое на горе смерти я еще никогда не слышал. Нужно разобраться с этими монстрами. Ведь там принцесса Зельда. Но моя заряженная атака не достанет его отсюда. Что же делать, Линк? Не паникуй! У меня есть крутой план. Да, громадина, она огроменнейшая. Она причем на нас смотрит, смотри, он свысока. Или она нас не замечает еще пока. Не стреляй, Тюлин! Инкарнация Тюлин, не стреляй, не пали нас! Слава богу, стрела прилетела мимо. Короче, я здесь вижу вот такой вот планер. Можно воспользоваться. Две батарейки, четыре двигателя. В принципе, почему бы не взять его? Как раз для нас. Интересно, кто им пользовался? Залазим! О, она и на тележке еще. Балдежно. То есть мы сейчас как на настоящем самолете будем взлетать. Тогда его надо развернуть в другую сторону. Смотрите. Вот так вот. Все, полетели. Все садимся и погнали. Йо-хо! Ну чё, я так думаю, что мы сейчас будем стрелять юнопка прямо в рожу вот этим странным чудовищем, похожим на Змея Горыныча. О, тут еще есть парапланы. Ништяк, надо запомнить, что тут два штуки есть. Если когда батарейки сядут. Если мы заберемся наверх, нам крепко достанется! Да понятно, но ты же не достанешь, надо как можно ближе подлететь. Как можно ближе. Чё они будут делать, огнем пулять? Опа, три камня полетело. Ага, ясно. Что по батарейке? Батарейки пока норм. Пока держатся. Интересно, сколько выдержит полетов параплан? Они довольно хрупкие. Ну что, ты готов к атаке? Я сейчас буду тебя заряжать. Подлечу прямо, наверное, вот к этой башке. Она тоже на меня заряжает. Я разобью в два счета! Давай, 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 давай. Погнали! Есть попадание. Минус башка. Очень хорошо. Пока все отлично. Вон в ту бошку давай. Сейчас точно что-то будет. Она в нас стреляет, а мы в нее. Ох, как близко-то было. Оу! Нам подбили крыло, но ничего. Мы пока держимся. Пока держимся, разворот. И по этой башке сейчас стрельнем. Давай, 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 давай. Погнали, и мы! Еее! Вроде как справились. Что это за чудовище было, а? Я думал, что принцесса Зельда исчезла где-то здесь. А? Секунду. Секунду! Ты же не думаешь, что она упала в эту пропасть? Нет же! Если так, то это просто ужасно! Гора, скорее бежим искать принцессу Зельду! А!
принцесса Зельда! Мы идем на помощь! Гора! Ну, мне, походу, только за Енопкой остается. Блин, вот он, безбашенная башка. Мне в комментариях давно уже говорили и просили спуститься в какой-нибудь разлом, и вот, похоже, это будет первый из моих разломов. Я бы даже сказал, это разлом-разломище, так как мы будем спускаться в вулкан. В недра земли Хайрула. Открытие. Пролом в горе смерти. Ну, пока просто спускаемся. Енопка, конечно, безбашенный. А если там лава? Хотя ему пофиг, по-моему, на лаву. Он выживет, а я нет. Ну вот и конец. Нет, это еще не конец. Здесь чертовски темно, я хочу тебе сказать. Вон лава. Это лава? Или что это? Так. Есть предложение. Давай-ка мы сейчас осветим здесь все. По крайней мере, постараемся. Где мои это светильники? Вот они. Итак. Интересно, зацепится куда-нибудь? Нет, фонарис? Никуда не зацепился. Хотя он там вон зацепился. Смотри, освещает. Но не то, что я бы хотел. Там лава внизу просто. Я куда падаю-то? Жутковато как-то, не кажется? Так, ладно, лук убираем. А, ну слава богу, тут вроде бы как место есть, куда приземлиться. Кокон огромный, смотри. Ёлки-палки. Моталки. Стоп. Что произошло? Данные с найденных вами старых карт скопированы на вашу карту. Каверны. Ну, слава богу, я куда-то приземлился, но тут чертовски темно. Что ж, будем освещать. Будем освещать. Вот так-то уже получше. Желательно побольше бы свет. О, там статуя чья-то. Ничего себе, ничего себе, ничего себе. Ничего себе. А если высесть прямо туда куда-нибудь, шлепнуть? А, бесполезняк. Ладно, погнали. Здесь довольно горячо. А это означает, что мой шлем здесь будет действовать очень хорошо. Ну, он будет здесь поджигать все при моих атаках. То есть он тут работает. Это здорово. Это как ледяной костюм. Только шлем. Ух ты. Какое семечко. А что вот это вот за статуя? Я понять не могу. Что за макака? Ты кто? Давай осветим ее. Слушай, даже непонятно. На Горна вроде похож, но лицо у него какого-то орка. Хм. А здесь что? Корень Йомуцис. И название. Давай смотрим. Корень, рассеивающий тьму, осветил окрестности. Вместо башен вот эти корни, которые открывают мне карту. Понятно. Ну, в принципе, действительно, он осветил путь нам. И это хорошо. Юноба, етить-колотить, колобочная твоя башка, куда ты улетел? Найди его теперь здесь еще. Вроде бы как... А, во! Вот ты где, елки-палки. Нифига себе, я тебя не заметил. Здорово. Еще разок. Кто бы мог подумать, что под горой смерти все вот так? Ты только посмотри. Да тут просто тонны красных камней, Гора. Зачем принцессе Зельды быть тут, где так много филе де гранит? Что это? Сюда. Я здесь. Вот опять. Линк, ты слышал?
Вроде голос сказал сюда. Так, я думаю, голос шел оттуда. Интересно, есть ли тут связь с Зельдой? Надо скорее добраться туда, гора. Ну, погнали, чё. А будем ломать с тобой вот эти штуки? Подожди, дай попробуем. Вот это вот ломается, нет? О, ломается. Здорово. То есть в них может быть что-то интересное скрыто. Вон там вот что-то светится красное. Давай сломаем тоже. Но ничего не оказалось. Ладно, не буду ломать тебе бошку, юноба. Хотя следовало бы. Из-за того, что ты маску нацепил, ты таким идиотом был. Хорошо. Тогда бежим вон туда. Там какой-то, знаешь, остатки замка какого-то. Или храма, я даже не знаю. Сейчас попробую. О, конвейер! Ёлы-палы. Сейчас мы там что-нибудь новое откопаем. Позвоночник. Здоровье чуть не забрали. Позвоночник. А, вы со мной драться хотите? Ну давайте подеремся. Вот и огонь появился, слушай. Ого, классно. Рога работают. Что это такое? Погоди, эти существа занар едят, что ли? Я с них занар выбиваю. Это же вроде существа были, это не роботы, ни черта. О, колесо, прикольно. Летающие тварины под землей, лавовые. Или они миазмы их поглотили. Миазмовые. Вот что я хотел сказать. Ладно, неважно. Значит, тут у нас... Давай возьмем. Возьмем. Я думаю, что пригодится. Наша чертова вот эта колесница с одним колесом. Пригодится. Там вон сияния какие-то. Тоже надо подойти посмотреть. Возможно, там этот... святилище. Хотя нет, на души какие-то похожи. Слушай. На огоньки душ каких-то. Давай сейчас подойду. Духат. Светящаяся сфера, какие встречаются в... кавернах. На ощупь не горячая, иногда дрожит. Возможно, их имеет смысл собирать. Ну, давайте пособираем. Учитывая их количество, я думаю, что мы сможем их обменивать на что-то здесь, потому что и там их тоже дофига, этих духатов. И откуда они взялись, интересно? И вон там духаты, и там духаты. О-о-о, их тут просто огромная куча. Колесо вижу. Слушай, ну тут темновато. Надо фонарик найти. Дайте мне фонарик, пожалуйста. Сейчас я здесь закину парочку занаров. Или не-не-не, занары я буду копить. Вот зубы. Зубы сюда закину. Вернули. Блин. А, не то. Я забыл. Не органы монстров можно туда закидывать, а обломки роботов. То есть вот такие рога. Вот такие рога. 16 штук. Не, лучше тогда занары, у меня их побольше. Все. Перепутал зубы с рогами големов. Механизированных. Но бывает, ничего страшного. Сейчас мне интересно, что здесь выпадет. По-любому должен быть фонарь в этом конвейере. Так, что-то... Руль! Штурвал, наконец-то! Теперь я его сам могу поставить, когда захочу. Обалдеть. Большое колесо. А фонарик, дайте фонарик, пожалуйста. Сейчас я посмотрю. Есть такая функция, посмотреть на карте, что с конвейера выпало. То есть вот, я с конвейера все выбил, что можно было. Поэтому ничего другого я здесь не получу. Ладно, давай еще возьмем штурвальщиков побольше. А то кто знает... Где они пригодятся мне еще, эти штурвалы? А они по-любому пригодятся. Значит, вот еще колесо. Где я еще одно притащил? Иди сюда. Я сейчас просто сделаю... О, там еще есть колесница. Ничего себе. Так, так, так. Тогда вот это колесо отрываем. И тоже прикрепляем. Все, тачка готова. Осталось нацепить на нее только фары. Сейчас мы это и сделаем. Чудо-семечко Фонариса. Сейчас шлепнем сюда. О, эй, стой, стой, стой. А куда ты поехал-то? Стопэ. Я не хочу пока никуда ехать. Стоять на месте. Все. Чудо-семечко Фонариса отлично освещает. Но этого мало. Нам нужен штурвал. 9 штук у меня их теперь. И это замечательно просто.
Все? Руль имеется, теперь можем гнать. Все на борт, поехали. Будем собирать духаты и ехать в ту сторону. О-о-о, смотри, что я там нашел. Какая-то интересная штука. Это щитоед. Давай-ка мы его попробуем. Стоп-э. Я попал по нему, но как бы... Ой-ой-ой, огня много, очень много огня. Капец. Мне бы здесь, знаешь, гидрант пригодился. Давай-давай-давай. Опа! Получай. Едем. А вот и гидрант. Как я и хотел. Получай. Да что ж такое-то? Не пробить его. Блин. Куда-то не туда летит. Он колесо у меня оторвал. Негодяй. Он его сожрал, что ли? Он жует что-то. Ты что жуешь там, Эй! Я сейчас его охлажу. Он же типа огненный чувачочек у нас, да? Повелет! Во! Я все правильно сделал. Огонь ему, конечно, нипочем. Давай-ка еще льдом. Падай. Ну же, заряжай. Готов, сдох. Блин, занар. Ну, все, ему хана. И там свечи еще. А, кстати, я же их могу вот так достать, блин. А, нет. Свечи, блин, стрелы. Какие свечи нафиг? Посмотрим, что у нас в сундучке. Гидранты я сейчас заберу, и там еще лук голема. Блин, лук такой себе, конечно. Ну ладно. Приделаем сейчас обратно колесо. Я думаю, что лучше побольше колес взять, да? Мы прямо сейчас тут вездеход замутим. Опля. Батареек будет много жраться. Тут, кстати, вон и руль есть. А вот это что такое? Вот это что такое? Это фонарь, что ли? Минуточку. Давай его тогда назад шлепну. Это будет фонарь заднего хода у меня. Вот так вот. Посмотрю, действительно ли это фонарь. Значит, тут у нас есть пропеллеры. Угу. Тут... А погоди! Тут вот есть броня вот такая вот. Короче, вот. Сделал как бы лабаш для Линка. Думаю, что он мне поможет, этот лабаш. Задний ход. Давай назад, машинка. Так, что это мы там? На что наехали? Ну и вот, я думаю, что вот эти четыре колеса мне сейчас должно хватить сполна, чтобы заехать наверх. Погнали. Конечно же, соберем сейчас духаты. Опа! Там бокоблины, что ли? Ловите снаряд! Еще? Еще хотите? Что-то так на меня смотрят. Чего вы на меня так смотрите? Ловите! Блин. Мазю. Вся машина заедет. Опа! Получайте. Опа! Короче, ладно, все. Иду вручную с ними махаться. Хотя у меня здоровье, конечно, не к черту. А вот теперь нормально. О, слушай, они... Блин, у меня здоровье отобрал, негодяй. Потому что они сами в миазме все. Надо, короче, не давать ему меня ударить и дотронуться до меня. Вот засранцы, блин. Ну а как продумано-то тут все? Зато занара вагон. Я тут кого-то тачкой переехал. И он там застрял. Ну все, все на борт, погнали. Едем дальше. Ну, вроде освещаться стало лучше с фонарем-то. Считаю, у меня два фонарика теперь. Один это чудо-фонарист, а другой прям фонарь-фонарь. Минуточку. Я сейчас духаты соберу. Это моя остановочка временная. Едем дальше. О, Юноба! Где ты там? Мне нужна твоя сила. Юноба что-то завис. А чё он завис? Юноба! А вот и я!
Да-да-да, ты мне как раз нужен. Запрыгивай. Ну! Ломай! Блин, из-за того, что я фонарь спереди прикрепил, Юноба там теперь не может садиться. Ну ничего, я тогда вручную сейчас им шибану. Отлично. Но фонарь придется убрать, потому что ездить на танке без возможности стрелять — это не круто. Я сейчас фонарь просто тогда прикреплю. Ну, не знаю, вот сюда, наверное. Ну-ка, запрыгивай. Во, отлично. Все, вот теперь норм. Ого. Да здесь нормально такие построечки. Бокоблины. Привет. Блин. Мне бы вот этого щитоноса пробить. Во, крысь пробил. Это тоже все. Сколько здесь занора-то, елки-палки. О, оружие валяется. Давай-ка его зачаруем. Ржавый клеймор. На меч шлепнул, который я апгрейдил. А то, что этот хрюндель меня ударил, у меня еще минус одно сердечко. Отличное уклонение, но я его все равно не могу пробить этим долбанным мечом, зря его взял. Юноба! Не... О, спасибо, сломал ему броню. Давай, короче, камнелом возьму. Сейчас это все тут поломаю. И, кстати, этим камнеломом лучше всего ломать броню этим свиньям. Так что оставлю пока его. Блин, как круто, что тут офигенно много занара. Можно, конечно, юноба все это дело ломать, но когда я им ломаю, эти куски разлетаются просто в разные стороны. Это что, щит? Занаровый щит взять не могу, мест нет. Про позвоночник тоже говорили, что он типа мощный. Можно его зачаровать. Я попробовал зачаровать, он там дает всего-то 4 единицы урона, как бы не так уж и много. Короче, решил немножечко свернуть, не ехать пока в замок. Потому что там, смотри, огромная куча духатов. Опаньки, да тут еще и куча инженерных всяких штук. Вот это я удачно приехал. Короче, смотри, что здесь есть. Тут есть тележка. Мы ее возьмем. Есть ракеты. Блин, ракеты — это, конечно, круто. Есть параплан, и мы сейчас сделаем себе летательный аппарат. Ведь с воздуха-то больше видно, правильно же? Если мы, конечно, все грамотно еще осветим. Есть батарейки, что очень хорошо. Есть один пропеллер. О, блин, я фонарик где-то профукал. Ёлы-палы. Ладно. Прибегнем к фонарису. Возьму я, пожалуй, все-таки ракеты и шлепну их сюда еще. Теперь берем и разворачиваем его вон туда. Потому что там есть огонек, который меня приманивает. Вон он. Видишь, вон тот огонек. Мне даже интересно, что там. Прям вот капец как любопытно. Сейчас мы туда попробуем долететь. Надеюсь, что мы не упадем. Погнали! Чё? Двигатели отвалились, но... Ёлки. Мощности недостаточно. Спокойно, спокойно. Нельзя падать. Нельзя. Реактивы кончились, и все. Без них один пропеллер нифига не тащит. Давай тогда еще один. А может быть и не один, а два пропеллера сделаем. Главное только, чтобы все это дело не упало нафиг. Черт. Нет, падать нельзя. Ай-да-да-да, стопэ! Черт! Упал вниз! Там кого-то пришибло. Давай-ка назад. Поднимайся. Во! Все, пропеллеры готовы. Сейчас попробуем куда-нибудь нафиг свинтить. Давай. Ну же, поднимайся. Отлично. Здорово, ребят. Как ваш, ничего? Я полетел, не знаю куда, но куда-то лечу. Так, все, батарейки кончились. Теперь вся надежда только на мои занаровые ячейки. Так, ну мы вообще летели вон туда. Вон к тому свету, да? Тогда летим именно сюда. Тут какие-то духаты, они странного цвета. Все,
Приехали, выпрыгиваем. Почему они именно вот такого цвета? Огромный духат, вон оно что. Все, теперь понятно. Плюс 20 сразу. Опаньки. Гляди-ка. Это же этот. Элдинский старый рудник. А это помощник, он сейчас нам поможет. Консьерж, или как их там раньше-то называли? Хранитель? Не хранители. Здорово. Дворецкий, вот, точно. Доступ подтвержден. Добро пожаловать. Когда-то здесь добывали и перерабатывали занары. Работа кипела. Мне нужно вам кое-что передать. Однако вы еще не выполнили необходимые действия. Пожалуйста, посетите старый центральный рудник. Он мне хочет что-то отдать, но не может. Надо посетить рудник. Хорошо. Пойдем тогда. А где этот рудник? Он бы хотя бы... Подожди, а ты можешь мне сказать, где этот рудник? Нет, он не может ничего сказать. Но там есть вон еще один чувачочек. Пойдем к нему подойдем. Это магазин. Здесь можно как раз-таки занары обменять на кристаллы. Правда, на полках еще нифига нету. Приветствую, я голем-алхимик. Здесь я перерабатываю занары, получая из них другие материалы. Продолжай. Подождите, пожалуйста. Во, все, он открыл свой магазин. Это переработанные материалы. Я могу дать их вам в обмен на занары, если хотите. Окей, сейчас я возьму. Все переработанные материалы в наличии, и я расставил на полках. Посмотрите, может быть, вам что-то приглядится. Ну, я вообще хотел бы вот кристаллики. А вот эти большие дороже, да? Да, они все. Ну, чума. Вот эти вот большие, давай, крупный занарокристалл. Я покупаю. Сколько штук? Да, блин, я даже не знаю. У меня 7 огромных занаров, ну давай я возьму 2 тогда. 2 забрали. Короче, вот в таком кристалле огромном содержится 20 вот таких маленьких. Так что и маленьких сейчас возьмем. У меня занаров 60 штук, поэтому покупаю на все 60. Отлично. Теперь осталось... То есть 25 кристаллов, и я смогу тогда купить себе энергоячейку. Здорово же. Все, благодарствую. О, а вот эти можно забрать? Это ценный материал, который я бы хотел использовать для переработки. И, к сожалению, я не смогу вам его отдать. Если хотите приобрести переработанные материалы, то я расставил их на полках. А, все понятно, жмотяра. Короче, поскольку тут темно, есть мысль. Сейчас я поставлю тут казан. Вот так вот. Изготовлю себе блюдо. Но не простое, а вот из этих грибов. Дело в том, что это подсветиновик, и если я сделаю из него блюдо и съем, то буду светиться. В принципе, что было бы здорово. Вот давай, грибы с яблоком, посмотрим, что получится. Во! На 2 минуты 30 секунд. Давай съедим его. И посмотрим, как я буду сиять. Я свечусь? Я свечусь, но очень плохо. Очень плохо. О, а что это? Щебнерез! Отлично подходит для горных работ. Хочу взять, надо что-нибудь выкинуть. Камнелом можно выбросить, и щебнерез будет как раз вместо него. Да, я думал, что я буду посильнее светиться, но, как видишь, все это такое себе. Есть, кстати, вариант, знаешь, что замутить? О, привет, а ты откуда вылез? Жарко? Ты кто такой вообще? Как жарко? Исследователь, ты что тут забыл? Тут опасно. В чем дело-то у тебя? Да в том, и дело, здесь жарко, как в пекле, неужели ты сам не чувствуешь? Эх, обычно в кавернах бывает более приятная температура, не слишком жарко и не слишком холодно. Надеюсь, следующее задание я получу где угодно, но только не в Элдине. А, спрашиваешь, какое у меня задание? А ты не знаешь? Дело всех членов клана Ига — покончить с тобой, мерзавец. Блин! Мокрого места не оставлю. Гора! Гор, ты где? Давай его шлепнем.
О, молочек. Черт, огнем. О, он поджегся. Прикольно. Гори! Сейчас я его подожгу, не переживайте. Я, кажется, не успел, слушай. Юнопка его шибанул своим щебнерезом. Кленовый банан. Отлично, все это съедаем. Лук убираем. Он, конечно, мне дал порки. Два сердечка отнял у меня. Восстановили утраченные сердечки и... О, там еще занары, смотри. Я, короче, что хотел? Я хочу сейчас прикрепить к моему щиту чудо-семечко. Я сейчас его здесь положу и прикреплю к щиту. А оно, блин, не светит. Я думал, оно будет светить. Смотри, там человек какой-то. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ты кто такой? Меч целый! Целый меч! Ты представляешь? Не испорченный миазмом. Походный клеймор. Двуручный меч настолько тяжелый, что позволяет выбить у врага щит. Именно такие мечи когда-то брали с собой в путешествие. Вот это вот выкинем, а это возьму. Ну все, я устал блуждать по этой темноте и вернулся на путь Зельды. Енобы со мной, бояться мне нечего. Храм огня, все дела. Это отсюда ли я слышал тот голос? Пойдем, разломаем все и выясним, здесь ли ты слышал голос. Еще на всякий случай взял с собой гидрант, мало ли, пригодится что-нибудь кого-нибудь потушить. Он на щите, поэтому в быстром доступе. Я ничего не боюсь. Еноба. Еноба. Блин, встал, стоит там, ёлы-палы. Нам туда. Так пошли. Что это за огромное здание? И зачем оно тут? Под горой смерти-то. А? Я только что там был, там не было Зельды. О, это Зельда! Пожалуйста, подождите! Я хотел спросить вас о... Секунду. Как? Зельда! Чувак, да это, походу, галлюцинации какие-то. Она так странно исчезает. Давай пробьем стенку и посмотрим, что там. Зельда, ты где? В этом храме огромная куча рельс, что обосраться можно. Там впереди что-то есть. Что это за головы? Кто кого знает. Справа вроде телепорт. Даже, это же телепорт. О, Линк, погляди туда.